Добрый день, дорогие друзья, с вами Дмитрий. Сегодня воскресенье, а я решил выбраться на природу и покататься просто по незнакомым местам, показать вам наши северные красоты. Растет молодой лес, а раньше тут были поля, распахивались они. А еду я на заднем приводе. Я думаю, надо, наверное, переключиться на полный, что я и сделаю. Так, и да, она даже пониженная. Ну и режим оффроад включим, который работает вопреки заявлением некоторых товарищей. Алгоритм этого режима более сложный. И, короче, ESP отключается, а вот блокировка-то электронная, подтормаживание колес, это все остается. Кстати, ребята, не знаете, что этот лес напомнил? Помните, такой фильм был Mortal Kombat? Вот фильм 90-х годов, по-моему, 93-й, что ли, он вышел. Вот там Джонни Кейдж с Скорпионом дрался. Вот что-то мне напомнило, блин, вот это вот. Реально похоже. Так, я сейчас назад сдамся немножко. Что-то я куда-то провалился. Вот, поеду все-таки рядом с колеей. Мало ли чего. Потому что тут я смотрю, довольно-таки сыро, несмотря на сухую погоду, которая у нас стоит. Вот. Такой интересный лесок, конечно. Впервые в этом месте. Да, тут застрять вполне себе можно. Особенно на моей шоссейке Continental Cross Contact. Куда ж ты, тропинка, нас приведешь, интересно? Красотища, ребята. Люблю нашу природу. Супер просто. Ветерок такой поднялся. Прелесть патриота, любого внедорожника настоящего, что можешь в любое место, понравившееся тебе, с дороги съехать и с большой долей вероятности выехать оттуда своим ходом. Это классно. Вот канавка вот такая, видите? Вот, в принципе, не знаю, диагоналку здесь, наверное, можно проверить. Вот тут вот канавка такая нормальная. Давайте тогда попробую. Как приятно солнышко пригревает. Короче, сейчас возьму тогда штатив, пока отключусь, и со штатива уже тогда мы посмотрим, как я буду диагоналку делать. Отключаюсь.
Вот я его вывесил. Сейчас мы давайте двери посмотрим, как открываются. Вот, вот настоящая диагоналка. Вот это настоящая диагоналка у нас. Он висит. Качается, как вы видели. Легкость открывания дверей. Значит, вот. Вот. Задняя. Вот тут интересно. А тут тоже нормально. О, видали? Так. Опа. Опа. Ну и здесь. Опа. Опа. Вот. Короче, вот он висит у нас. Вот, видите как. На нем, наверное, даже можно попрыгать. Что я сейчас и сделаю. Сейчас я вам покажу, как это выглядит из машины. То, что я буду делать. Вот он. Вот он, этот участок. Этот ров. И посмотрите, как он выглядит моими глазами. Вот, когда к нему приближаешься, сомнения, конечно, вызывают. А возможно ли вообще тут выехать, потому что вот, опа, сами видите. Но машина идет. Так, это я тут аккуратничаю, вот так вот. И видите, и вот мы выехали. Вот, смотрите, из кабины. Ой. Я скорость не выключил. Машина дернулась и не заглохла, потому что она пониженная. Вот он, такой вот участок. Вот. Опа. Нормально. Так, ну сейчас мы с вами отсюда будем выезжать.
Ну как, нормально? Опа. Не думаю, что крузак так смог бы. Ой. Если хотите, можете мне доказать обратное. У кого есть прадики или 200-е, снимите видео, покажите мне опровержение. Так, ну что, поехали дальше. Ребят, смотрите, прикольно. Здесь асфальт, оказывается, был раньше. Ничего себе, то есть это была такая дорожка-то какая-то районного значения, нормальная. Интересно. А вот смотрите, какие поля, какая красота. Вот, а чё мы, собственно говоря, все вот ездим-то там, где любая пузатерка пойдет. Давайте-ка в поля двинем, посмотрим, что там у нас. Вот, это я и сделаю. Поехали. Вот туда, сюда, вперед. В этом-то весь кайф. Поле такое тоже, кстати, сырое. Довольно-таки чувствуются кочки. Вот, поедем вон туда, вниз. Там болотце какое-то. Чем черт не шутит? А вдруг? А вдруг получится? Не получится так. Тут, в принципе, это бежать за трактором. Наверное, вон туда самое ближайшее. Там деревня на холме расположена. Вот. Если он, конечно, туда сюда поедет. Ну, что делать? Так, вот тут явно какой-то прудик. Сюда я не поеду. Поеду я вот сюда вот. Так. Вот тут вот кочечки такие нормальные. Что, наверное, сходу. Так, попробовать. Вот таким вот образом. Так, вперед. Нормально, едем. 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 Проехали. Видите, тут сырость какая. Растет во всем. А тут вот дорога, выезд на дорогу. Но выезда-то как такового, а тут нет. Но для нас-то это не преграда. Нам-то что? Мы вот так вот раз, так вот взяли и все. И на месте. Вот. Вот такие вот дела. Так, ну что, поеду я дальше. Пока отключусь, буду еще что-нибудь. О, кстати, вон туда давайте съездим. Да как-то больше хочется экстрима. Ну, туда и поедем. В таком случае. Короче, так вот. Опа! Тут кто-то даже ездил. Интересно, что там есть. Колея какая-то широкая. Кто-то тут на чем-то таком заезжал, крупно. В этих местах я не был никогда. Поэтому вот то, что вы видите, это все я вижу впервые.
Кстати, какая-то лэп идет впереди. Такие посадки интересные. Опять вот в этот лесок заезжаем, только дороги здесь уже нет. Смотрите. Давайте прямо туда поедем. Ну класс, на какой машине еще вот так вот можно по лесу ездить? Вот я просто задаю направление и еду. И все. Мне пофиг абсолютно. Абсолютно мне пофиг, что тут подо мной. Интересно. А там, наверное, внизу какое-нибудь болотце. Под уклон мы едем. Вот так вот. Едем куда захотим и не думаем о чем. А тут на тракторе, похоже, ездили или на чем-то таком. Тут сыро, тут грязь. Я включу, наверное, пониженную сейчас. Так вот. Второй. Так. И оффроуд режим еще. Чтобы мало ли. Мало ли чего. Мало ли чего. Вот тут, кстати, уже такие нормальные неровности. Как вы видите. Вот. Ух ты, ё-моё. Ва, нормально. И вот тут можно сесть. Что здесь грязно. Блин, колея, смотрите, какая широкая. Ката. И грузовик. Какой-то трактор или вездеход. Не знаю, у кого такая колея. Поедем опять по лесу. И солнце, блин, бликует. Блин, бликует. Вот. Так. Вот я как председатель колхоза объезжаю свои угодья. Я так представляю. Вот. Ой, блин. Вот, честно говоря, с удовольствием бы сельским хозяйством занялся. Я думаю, что все-таки наступит тот день, когда я реализую этот свой план. Земля у меня, по крайней мере, уже есть. Наверное, кабель связи какой-нибудь тут проходит. Тут же деревни все везде. Все тут деревни везде. На холмах. Какой
Столб деревянный лежит, столбик маленький. Так. Балка какая-то бетонная. Столбик бетонный здесь. Тоже, наверное, столбы стояли в линии электропередач. Так, надо, наверное, отсюда потихоньку начинать выбираться. Знать бы только, где дорога. А вот, по-моему, вот здесь. По-моему, вот здесь вот. Сейчас мы с вами вот на дорогу-то и выедем, если не засядем. Потому что тут место, похоже, влажное. Да, такое оно не очень. Фу, все. Ну что, ребят, вот такая сегодня вам экскурсия по нашим северным местам, таким вот красотам. Я вот, наверное, вон туда поеду дальше. Что-нибудь интересное еще будет, да снимаю. Все, пока, отключаюсь.